Жевательные мышцы челюсти человека способны развить усилие в 400 кг. Конечно, вся эта нагрузка распределяется не на один, а на несколько зубов. Ранее мы уже испытывали человеческий зуб на прочность с помощью гидравлического пресса. Он начал раскалываться при нагрузке более 200 кг, а максимальная нагрузка на момент разрушения была более 600 кг. Конечно, у некоторых бывает и такое, что зуб раскалывается при контакте с ириской или фисташкой, но мы здесь рассматриваем именно здоровый зуб. Ну а вот какую нагрузку могут испытывать заменители зубов? Зубные протезы или зубные коронки? Они ведь изготавливаются из разных материалов, и некоторые из них по стоимости могут отличаться в сотни раз. Мы уже испытывали самый дешевый акриловый зуб, то есть пластиковый. Он выдержал нагрузку почти в 400 кг. А это все-таки меньше, чем эталонный здоровый зуб. Проблема в том, что все эти искусственные зубы не так-то просто и купить. Они все изготавливаются на заказ, подгоняются под конкретный рот, под конкретную челюсть. Так что хочу поблагодарить одного из своих подписчиков, который занимается изготовлением зубных коронок. Эдгар Агабабян. Он смог прислать мне некоторые варианты. Это зубы из хромокобальтового сплава, металлокерамики и самые топовые зубы из диоксида циркония. Ранее мы уже сталкивались с этим материалом. Из него изготавливаются керамические ножи и шары для керамических подшипников. Диоксид циркония обладает очень высокой твердостью и износостойкостью. По твердости он сопоставим с карбидом вольфрама. Для проведения испытаний необходимо, чтобы все зубы были бы примерно одного размера. Поэтому все эти мосты нужно разделить. Кстати, хромокобальтовый сплав очень твердый, ножовкой по металлу его не распилить. Его удалось распилить с помощью отрезного диска по металлу и дремеля. А вот диоксид циркония такому способу не поддался. Эти зубы мне удалось распилить с помощью болгарки и алмазного отрезного диска по бетону. После отпиливания я попытался на шлифовальном станке сравнять неровности. Так вот, даже на максимальных оборотах наждачная лента ни в какую не хотела обрабатывать диоксид циркония. Вот такие получились образцы. Они, конечно, не стопроцентно одинаковые, но примерно похожи формой и размером. Итак, керамический фарфоровый зуб. Фарфоровый зуб оказался менее прочным, чем пластиковый. Он полностью разрушился при нагрузке 58 кг. Зуб из хромокобальтового сплава. Попрошу не путать его с нержавейкой. Да, с нержавейки их тоже делают, но хромокобальт это совсем другое. Он более прочный и твердый. Хромокобальт сдался при нагрузке почти в 3 тонны. Это очень хороший результат. Хромокобальт имеет настолько высокую твердость, что осколки этого зуба вдавились в стальные детали пресса.
Теперь посмотрим, как поведет себя под нагрузкой еще более дорогой материал – металлокерамика. Верхний керамический слой начал крошиться при нагрузке более 200 кг, а вот металлический каркас выдержал почти 1,5 тонны. На стальной поверхности тоже остались повреждения от металлокерамики. Ну и наконец, самый топовый, самый дорогой материал для изготовления искусственных зубов – диоксид циркония. Сдался он при нагрузке в 1 тонну. Это немного меньше, чем его бюджетные заменители. Но, тем не менее, следует учесть то, что пока нагрузка не достигла в 1000 кг, диоксид циркония вообще не получил никаких абсолютно повреждений. Но потом мгновенно разрушился. Все эти зубные коронки представляют собой оболочку, внутри которой находится полость. Поэтому сейчас еще проверим прессом вот такой цельный, без пустот, зуб из диоксида циркония. По-моему, очень даже хороший результат. Максимальная нагрузка за весь период испытания была более 5 тонн. А 5 тонн это как-никак вес такого среднего грузовика. Никакая челюсть такой нагрузки не выдержит. А вот такие повреждения остались на стальных деталях пресса. Вот искусственные зубы, к сожалению, не изготавливают из карбида вольфрама. Кстати, напишите в комментариях, почему их не изготавливают, как вы думаете? Какими бы крутыми ни были зубные протезы, но все-таки, наверное, лучше, когда зуб родной. Поэтому своевременно посещайте стоматолога.